Всем спортивного доброго утра! А знаете ли вы, что два больших соперника на футбольном поле, Криштиану Роналду и Неймар, родились 5 февраля? Правда, поздравлений наверняка больше всего получает по-прежнему Месси. Ну да перейдем уже к видеоиграм, ведь это StopGame.ru, Глеб Мещеряков и очередной инфаркт. XCOM 2 на скачивание поставили? Игра уже доступна в Steam. Пока вы заняты этим делом, расскажу про интересную фишку, подготовленную создателями. Вы сможете завербовать их в игре. Создателей, в смысле. Для этого нужно зайти в список персонажей, нажать кнопку «Импортировать персонажа», указать разработчиков и щелкнуть «Импортировать весь список». Всех героев можно будет настроить по своему вкусу. Ну а как иначе с такой-то продвинутой кастомизацией? В городах свирепствует грипп, многие школы на карантине, так что у большой части поклонников видеоигр образовалось продолжение зимних каникул. Отдыхает пока и Overwatch. Именно сама игра, разработчики-то наоборот, вовсю сейчас потеют, подготавливая свой амбициозный проект к очередному этапу закрытого бета-тестирования. Blizzard обещает подправить баланс нескольких героев, внести улучшения в приватный режим, включая матчи против ИИ, а также добавить в игру преобразованную систему прогресса, две новые карты и еще один игровой режим. Ко всем этим сокровищам пользователи, уже заполучившие билет в ЗБТ в прошлом году, будут допущены гарантированно. Но к ним примкнут и новые испытатели, так что всем заинтересованным рекомендуется без всяких стеснений отправлять заявки на участие. Время еще есть. Старт назначен на 9 февраля. И если о продолжении тестов Overwatch все знали, а многие даже помнили, то приглашение от Electronic Arts и DICE в ZBT Mirror's Edge Catalyst стало достаточно большой неожиданностью. Что и когда будет предоставлено в пользование избранным игрокам, пока не сообщается, но известно, что тесты пройдут и на консолях, и на ПК. Так что оставляйте свои заявки и ждите вестей, предварительно вдохновившись свежим трейлером, само собой. Опасения фанатов Dark Souls, связанные с излишними заимствованиями для третьей части геймплейных элементов из Bloodborne, дополнительно подтвердились после небольшого стрима, устроенного разработчиками из From Software. Мало того, что герой класса вор многими своими маневрами напоминает охотника, тут вам и отказ от щита в пользу двуручного хвата и быстрый шаг в сторону вместо переката, так еще здешняя локация многим напомнила Ярнам. Хотя все эти пересечения наверняка кого-то и порадуют. Так или иначе, помните, что From Software никогда и не скрывала того, что Bloodborne оказывает прямое влияние на третью Dark Souls. Так что, типа, совесть разработчиков чиста, все без обмана. Doom напоминает о себе. Вместе с очередным мясистым трейлером, представляющим одиночную кампанию, к нам поступила информация о бонусах за предзаказ, коллекционном издании и, что немаловажно, дате релиза. Итак, по порядку. Все ништяки предварительной покупки ориентированы на мультиплеер. Набор демонической брони, 6 окрасок для амуниции, 3 трафарета с логом ИД и 6 модулей взлома. Коллекционное издание, распространяемое в специальном металлическом кейсе, может похвастаться 30-сантиметровой фигуркой Ревенанта, основание которой, судя по описанию, будет с подсветкой и небольшой турбиной. Заявленная цена — 130 евро. Ну и, наконец, дата выхода. 13 мая. Пятница, кстати говоря. Отличный день для того, чтобы отправиться в ад. Тем более, что к тому времени можно будет успеть не только пройти Uncharted 4 A Thief's End, но и стать гордым обладателем специальной версии PlayStation 4, посвященной игре от Naughty Dog. Кроме необычного серо-голубого цвета, консоль делают особенной изображение Натана Драке и надпись «Sic Parvis Magna» на передней панели.
Эта латинская фраза выгравирована на кольце главного героя и означает «величие с малых начинаний». В комплекте будет идти геймпад схожего оттенка и, само собой, игра. В продажу бандл поступит 26 апреля. Традиционный еженедельный привет передает торговая площадка G2A, на которой вплоть до 11 февраля можно будет прикупить Wolfenstein The Old Blood по бросовой цене в районе 325 рублей. Так что если вы вдруг по каким-то причинам еще не являетесь гордым обладателем приквела к лучшему шутану 2014 года, то проходите по ссылочке, она, как всегда, в описании. Помните, как пару недель назад я радовался тому, что мне предоставился шанс объявлять победителей среди блогеров? Так вот, на этот раз я даже немножко жалею, что мне тут приходится отдуваться. Потому что за прошедшую неделю появилось сразу несколько очень и очень годных тем. Одна другой интересней и привлекательней. Подборка жутких историй из жизни симов, экскурс в историю косплея, пост с клевыми рисунками от All58 или, например, материал про то, как стать геймдизайнером. Но выбрать нужно одну, и, ребята, хитрый Лорд Серкет всех обошел, запилив наиактуальнейшую и уместнейшую статью про все игры серии XCOM и UFO. Как там у вас, кстати, игра скачалась уже? Ну а мы передаем автору очередное спасибо и косарь. Но знай, Лорд Серкет, что с косарями приходит большая ответственность. Так что давай там, покоряй, запятые, наращение окончаний числительных и все такое. В видосах, кстати говоря, тоже было из чего выбрать. И так уж совпало, что и тут на первом плане оказалась актуальная работа. Ролик под названием «15 интересных фактов о Дэдпул». Но ни в коем случае не подумайте, что ключ к победе скрыт только в злободневности. Главное, конечно, качество, а с ним в видео от Artmanul все в порядке. Надеюсь, и качество этого инфакта вас не разочаровало. До скорых встреч на волнах stopgame.ru.